Это у нас камера. Today we have an overview вот of our new камера. Camera. It has a small size. This is a camera for mount video surveillance. С любого расстояния. From any distance you can watch through your smartphone what is going on where you placed it. Also, there is a microphone, so you can listen to what is going on there, and you can talk to there. То есть вы можете в телефон что-то сказать, а из камеры вас услышат. Ну, это при надобности есть такая функция. Вот есть функция делать фото. You also can take photo. Есть функция запись на флешку, на карту памяти. Ну, вот это основные функции. Подключается элементарно. Берем симку с интернетом, пополняем счет, убираем пин-код, вставляем в телефон. На телефон пришли настройки автоматически. Insert SIM card. Вытащили с телефона, вставили в камеру SIM card. Нажали reset, это полный сброс. Download application. Вставленной симкой. Нажали reset. Это полный сброс. Все, камера готова к использованию. Как приложение за QR-код сканируем, загружаем приложение, code. Там регистрируемся. Это очень быстро, очень and, быстро. After downloading зашли в приложение, навели the application, на you need to sign up there and log in. Несколько телефонов. Каких человек может быть доступ Multiple smartphones can be connected to the camera. У нее есть просто батарея, а вот на этой батарее она будет It has a battery, часов снимать в онлайне and it видео. Can work for Если about 10 hours или через сеть, with this ну, battery. 24 часа в сутки снимать. Вот здесь такое крепление. Можно на стену повесить. Here is also such a fastening with which you can attach it to the wall. Small compact size. More instructions you can find together with this camera.